Вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмедзаки подвергся шквалу критики со стороны депутатов. Чиновник представил законопроект о науке и технологической политике сегодня в Мажилисе. Но народные избранники засомневались, что документ сможет продвинуть науку страны на новый уровень. Вопросов к вице-министру в ходе встречи было немало. По механизмам поддержки ученых, финансированию, коммерциализации проектов, по привлечению как зарубежных, так и отечественных специалистов. Я так понимаю, у нас мы хотим потратить все деньги на наших ученых, но при этом у нас вообще совершенно нет программы по привлечению. Вот часто мы читаем статьи Tengri News. Наш казахстанец там в Кремниевой долине то-то, то-то сделал, он такое-то открытие сделал. Так, почему у нас нет программы отдельной? Мы для этих ученых создали платформу здесь. Это Назарбаевская школа, Назарбаев университет, Булашак. То есть мы на начальном этапе профинансировали все. Теперь, когда это уже готовый специалист, мы их спокойно отпустили, и у нас нет результата. Программа привлечения зарубежных ученых, она у нас есть, но, к сожалению, не такая масштабная. Они приезжают всего на один месяц в рамках вузовских программ. Необходимо создание международных проектов, куда бы было бы интересно зарубежным ученым приезжать, например, мегагранты, как Российской Федерации, здесь они не заложены. Вместе с тем, законопроект включает в себя ряд новшеств. Это увеличение размера выплат ученым, предоставление жилья через ипотеку и ряд других. Но пока депутаты уверены в одном – документ требует доработок.